Всем привет! Мы приехали с Богданом в Познань перед тем, как выезжать в Великобританию. Уже утро. Также мы вышли посмотреть, где остановка трамвая, на которой мы завтра будем садиться, чтобы ехать до места встречи с теми, с кем мы будем ехать. Великобритания. Для въезда в Великобританию мы воспользовались безвозмездной помощью волонтерской организации, которая называется Transport Sister. Эта организация оказала и продолжает оказывать большую помощь Украине, а также гражданам Украины, за что ей большое спасибо. Волонтерская организация Transport Sister оказала и продолжает оказывать большую помощь Украине и гражданам Украины. Эта помощь выражается в виде доставки в Украину одежды, продуктов питания, а также кормов для животных, которые остались на улице. Также они оказывают помощь в переезде из одной страны в другую пассажиров, в том числе и пассажиров с животными. Кстати, проезд животными в Великобританию возможен только наземным видом транспорта. Итак, группа в составе 4 микроавтобусов должна была выехать из Варшавы в 12 часов дня. И в некоторых городах по пути их следования к ним можно было присоединиться. Для этого, как вы уже видели, мы приехали в Познань, и к 15 часам дня мы отправились на место встречи с волонтерами и остальными пассажирами. О том, как проходила наша поездка, я вам расскажу уже завтра в следующем видео. На этом хочу попрощаться с вами. Всем желаю мирного неба и радостной, счастливой жизни в кругу хороших людей. А также до новых встреч на нашем канале.